Но для того, чтобы образ работал, он должен быть уже очищен от всего этого. Соответственно, нужно очень четко разделить, где заканчивается я и где начинается образ. На мастер-классе я как раз говорил про инструменты, которые это позволяют сделать. То есть те же самые ритуалы, те же самые якорения на какие-то действия, когда наше подсознание понимает, что вот начиная с этого момента мы являемся уже артистом. Но когда меня пригласили в жюри и сказали, что нужно сделать мастер-класс, я подумал, что такого ценного я могу сказать на мастер-классе из моего опыта, что будет очень полезно. И я вот тогда родилась эта идея, это вот именно тема вот этого вот образа и средств выразительности. Не думайте про технику, не думайте про как это надо делать, как вы выглядите. Получайте удовольствие. После того, как вы на репетициях сделали технически все, выходя на сцену уже в момент игры, в момент спектакля, либо в момент, когда уже премьера спектакля, либо съемка, уже не репетиция. Вы забываете все, что вы знаете, и выходите в кураже, выходите с удовольствием. И вас уверяю, что сразу будет в 1000 раз лучше, чем то, что вы будете делать, сделая просто правильно по технике.